соответственно, по рентгену никаких отклонений в костных структурах шейного отдела позвоночного столба нету, никаких признаков перелома костей черепа нету. Ну, тут как бы кости все целы. Опять же, что уже здесь у нее происходит в голове, сложно сказать. Это палец от рта убираем. Это просто за шею, да, потому что я могу сейчас... Да, боль есть, все. Все. Так, ну у нас то, что вот здесь у собаки вот такой провал, это говорит о том, что вот здесь атрофия мышц идет. Нет, вы не переживайте, это не сломан основание черепа. Это атрофия мышц. То есть вот этот процесс не случился сегодня. Атрофия мышц, она даже, ну я так думаю, ну больше недели точно, потому что визуально вы видите, что атрофия мышц с правой стороны значительно больше, чем с левой. То есть, да, вероятнее всего, может быть, причина это и какая-то черепно-мозговая травма, и какие-то процессы, связанные с нарушением вообще работы головного мозга. Тут, конечно, ну, я сейчас все напишу, что какие... Собаку нашли на улице. Состояние плохое. Собака лежит, не может встать. Судороги, тремор. Зрительный рефлекс правого глаза отсутствует. Кровоизлияние в правое глазное яблоко. Признаки атрофии мышц черепа справа. Рекомендации и назначения. Стабилизировать состояние. Для постановки окончательного диагноза рекомендовано МРТ головного мозга. Оставлять Дору в клинике у нас нет возможности. Дора едет на передержку, где о ней будут заботиться и строго выполнять все предписания врача.
Оль, добрый вечер. Девочке стало хуже, ухудшение. Как такое впечатление, что у нее инсульт. Она стала вот дышать, как вот я сейчас тебе послушаю. Вот она тяжело дышит. Сейчас мы ее будем кормить, потому что она сама уже не кушает. Все видео и то, что ей стало хуже, мы сфотографировали и отправили врачу. Ждем результата, что скажет нам врач. Вот. Вчера она еще как-то сама шевелилась, поднималась, перекатывалась с места на место. А сегодня она просто лежит. Вот так. Поем и кормим мы ее принудительно. Сейчас будем ее кормить. Можно? То ли ей рот открывать больно, то ли что. Глотать она глотает, но рот она вот уже сама не может открыть. Да. Вот так. Давай откроем еще раз. Давай с мяском, да. Вот так. Ну, прихватило. Друзья, я специально прочитала выписку из медицинской карточки Доры. Рекомендовано МРТ. Но МРТ делается под наркозом. И это опасно для ее состояния. Состояние тяжелое. Его необходимо стабилизировать. Ну вот, Валь, покормили. Прошло какое-то время. Пришла посмотреть. Нет, она не вырвала. Но лежит в одном положении. Сегодня просто ее передвигаем. И причем на этой стороне только, на правой. На левой стороне она не может лежать. Она сразу прям кувыркается обратно. Я пыталась ее поменять. Думаю, лежит на одной стороне бесполезно. Только так она у нас лежит. Ну и тяжело дышит. Да. Где моя лапа?